Добрый день, уважаемые жюри. Хочу показать вам свою работу, работу маслом. Называется «Забвение». Свою работу я нарисовала к своим стихам. Стих не один, их много. Вот и решила воссоздать это все на холсте. Отобразить чувства, да, прежде всего эта картина о чувствах, о желаниях, о каких-то стремлениях, о том, что нас наполняет. Маслом я начала рисовать буквально пару месяцев назад. Это одна из первых моих картин, и в целом мне нравится. Мне нравится. Это автопортрет. Кое-где я использую мастихин для передачи нужного мне эффекта. Вот такая работа. Вообще, хочу честно сказать о том, что я очень рада и благодарна за то, что есть такие люди, которые устраивают такие чудесные конкурсы и дают возможность показать себя, показать свои чувства, поделиться своими эмоциями с другими людьми. Это все чудесно, и спасибо вам большое.